догонят дальше от них, дальше от дома. Ночь проводник, спрячь наши тени за облака, за облаками. Нас не найдут, нас не изменят, им не достать. Привет, меня зовут Димон, хотя честно представляться не нужно. Я в первый раз играю в данную игрушку. Завтра вечерком я продолжу проходить Ведьмак 2. И сегодня ночью поиграю в World of Tanks, ну, мир танков, в общем, в танки. Поиграю в Стального Охотника. Данную игру я реально играю в первый раз. Genshin Impact ни разу не играл. Вот захотел попробовать какую-нибудь, как вы видите, даже обновление не сделала, зараза. Какую-нибудь любую аниме онлайн игрушку, а? Именно связь, ну как бы более мультиплеерную, что ли, а? Так это у нас получается настройки, да? Начать проверку цельности файлов игры. Подтвердить. Но это не особо нужно. Здорово, как делишки? Да хорошо, все, спасибо. Я думаю, это не нужно или прям это важно, а? Ладно, подождем. Да нормально все. Ну и как тебе данное аниме? Я сегодня посмотрел, получается, 4-5 серию. ZL Leopard Games. Привет. Призрачной пули. Получается, Масямича онлайн. Альтернативная призрачная пуля. Это получается отдельная сюжетная привет, линия. Привет, друг ZL. Здорово, здорово, Федя. Не связанная, получается, с основной вселенной. И нашел себе игры. Мастера Меча Онлайн. Игры. Я буду в них играть. Правда, скорее всего, не все части, потому что там не у всех есть русский интерфейс. Но я планирую поиграть в Мастера Меча Онлайн игрушки на стримах. Мне кажется, немного лучше. Я, конечно, я просто не знал, что нужно это будет делать, а? В плане проверки, а? Я надеюсь, что немного пораньше выйдет русский интерфейс к Dead Space, хотя бы механический интерфейс. Аниме хорошее. И это хорошо. Кто-нибудь из присутствующих играл в игрушку Мастера Меча Онлайн? Да, нет. Как же тухо у вас? Рассказывайте. Как жизнь ваша молодая? Чё у вас новенького или старенького? Мне кажется, не знаю, не,
Зря, наверное, я включил эту проверку, а? Ну, я сегодня, Федя, буду в танки играть. Elden Ring. Нет, к сожалению. А, к сожалению, не играл, или, к сожалению, интерфейс раньше марта не выйдет. Кстати говоря, одни из нас, пока версию игры, перенесли на конец марта. Типа, они там что-то будут доделывать, разработчики, а? Поэтому релиз игры перенесли на конец марта. Вот такие вот дела, такие вот игровые новости. Я сам не играл. Я мне друг сказал, что по анимешке есть игры. И вчера я ночью, полазил, посмотрел, вспомнил. И реально нашел игры по аниме. Я не смогу, я наказан. Так, я не заставляю тебя играть. Я просто говорю, что буду играть. Будет время, приходить, а? Честно, в данную игру я реально играю в первый раз. А мне порекомендовал ее друг Санек. Я спросил у него, какие есть онлайн-аниме игры. И он мне эту игру посоветовал, а? Я у многих спрашивал. Перевод обещают в конце февраля. Это ты меня спрашиваешь, или ты мне об этом говоришь, Влад? У тебя же московское время, как у меня, да? Или как? Рабочий день сегодня прошел хорошо, только вот спина того-то не очень, зараза такая. По поводу стримов, Влад, ну что я сказал, в Телеграме, если что, ссылка в описании. Мне, правда, больше нравится стримить, нежели записывать видео, честно. Видео записывать — это тоже хорошо, я согласен. Но я не особо люблю это делать. Ну, честно, не особо люблю. Все же больше я люблю именно стрим провести, а? Я могу и больше. Это не вопрос был. А, это утверждение. Ну, значит, ждем конец. Кстати говоря, через пару дней выходит Hogwarts Legacy. У меня... Я смогу игры перезагрузку сделать уже 7 февраля. В общем, некоторые игры перенесли, получается. Не все выйдут в тот срок, который должны были выйти. Та игра, о которой мы говорили, наподобие The Division от наших разработчиков, не факт, что выйдет в ноябре. Нитбот, не говорим о политике. Наверное, нужно было эту проверку раньше поставить, а? Из-за чего опять наказан? ZL Leopard Games. Я не стримлю вообще, потому что купил машину, интерес к каналу упал и занимаюсь машиной. Федя, ну ты красавчик, а? Не, поздравляю тебя с покупкой. Ну, ты, конечно, Федя, пипец, а? Хотя бы сообщи зрителям своим, да, которые ждут твои стримы в сообществе. Так и так, временно не буду стримить, занимаюсь машиной. Все. А то некоторые ждут стримы, а потом ты удивляешься, почему у тебя актив падает, а? Ты просто раб, захотел, не стримишь. Знаешь, иногда лучше сообщить. Есть зрители, которые реально ждут наши стримы и видео. Но есть те, которые... Ну, кто им насрать? К сожалению, таких и таких хватает, а? Но суть в том, что есть зрители реальные, которые ждут стримы или видео, да? И от убак и нет тебя. А хотя хотя бы они узнают, почему тебя нет. Блин, вот последние проценты, конечно, долго мучатся, а? Leopard Games. А наказан, что один катался без папы на машине. Ясно, понятно. Вот почему последние проценты так долго делаются? Ну, серьезно. Вот быстро прошло, да? А последние, блин, нужно было это вне стрима делать, а? Времени не было. Я пока то-то сделала. Смотрите, как долго эти проценты последние делаются. Хотя для вас игра не громкая? Ну, или и громкая? По звуку просто вроде для меня нормально, а? По поводу Мастера Меча Онлайн серии игр. Я постараюсь хотя бы парочку частей пройти. Когда точно я буду делать это, не знаю. Честно.
Но я точно пару частей поиграю. Надеюсь, они у меня нормально заработают. А, там сюжетные именно они, а не мультиплеерные. Elden Ring, так тебе вроде не 12, ты же совершеннолетний. Может, он имеет в виду, типа, без прав гонял, ну, типа, ездил, ездить, может, не умеет, а? Кто знает, а? Реально, я не понимаю, почему в играх всегда последние проценты очень-очень-очень долго делаются, а? Elden Ring, игра негромкая. Ну, это хорошо. Так, а почему, вот, ты к данной игре привзято относишься? Ты, как я понимаю, немного подсел на аниме. Блин, последний процент. Никбот, привет, друг, добро пожаловать на стрим. Это ты же, получается, вот находишься, вчера вступил в Телеграм, да? Цельность клиента не нарушена, нет необходимости восстановления. Ура. Зелла Леопард Геймс. Ну хорошо, что мы знакомы. Значит, ты хочешь сказать, что мы прибыли сюда из другого мира? Жалко, русского озвучки нету, к сожалению, у данной игры. Но когда вы решили отправиться в следующий, неизвестное божество стало на нашем пути. На вашем пути. Сорян. Чужеземцы, ваше странствие закончится здесь. Хранитель небесного порядка, самоуправству человечества пришел конец. Это вот, пожалуйста, вам другого жанра игра. Так, выберите. Я выбираю ее. Введите имя. Имя. Как же будет звать ее? Как назовем персонажа, чтобы классно было? Блин. У нас запчасти нет для такой машины, можно тебе давать деньги, ты можешь купить у себя и отправить мне. Блин, как же назвать тебя? Асуна, может быть. Пускай будет Асуна. Асуна. Никбот, спасибо вам за лайк и подписку на мой канал. Пусть ваше имя будет известно. Асуна. Блин, просто с именем на самом деле. Асуна же нормальное имя, да? Кстати, мне же вчера человек приходил на стрим и говорил, сказал, чтобы поднять актив ТРПР, нужно разного жанра игр стримить. А то типа он сказал мне, что я только одни стрелялки стримлю, ТРПР. Я его послушал. И вот разного жанра, хотя и так до этого было. Это донатная помойка, в общем, из минус. За микротранзакции недолюбливаю. Понятно. Хотя, честно сказать, у меня и так разнообразие было. Ведьмак — это РПГ игра. Call of Duty, Киберпанк — это шутер с RPG элементами, а Dead Space — это ужастик, хоррор с элементами, ну, получается, хоррор с элементами шутера, так что вот уже разные игры и так. Ты какой, Дима, делать нехрен, что ли? Ладно, Асуна оставим. Асуна. Нормальное имя. У героини хорошее имя, Асуна. Я думаю, что да, это один из главных персонажей и анимешки, аниме под Мастера Меча Онлайн. Юки Асуна, по-моему. Golden Fox, привет, Димон, я здесь. Здорово, Санёк, здорово. Elden Ring, да, я вчера вступил в группу, и у меня московское время, как у тебя. Юки. Zelo Leopard Games, ты согласен? Нет, Федь, не... я пока с тобой не особо общаюсь, а. Временная передышка. Юки Асуна. Ну-ка. Юки. Elden Ring, да хорошее время. Асуна.
превышено допустимое число символов. Юки, Асу, зараза. Ага. Юки. Хотя лучше, конечно, Асуна, например. Асуна. Вот вам и разного жанра игры. Ну что, Влад? Итер! Голден Фокс, Димон потом ВКонтакте посмотри, что я тебе написал. Окей, Санек. Голден Фокс, уже видят, все ставлю на моей странице. Спасибо, Санек. Вы рады разнообразию на моем канале? То, что я, ну, новые игры и других жанров. И... А, отпусти моего брата! Охеренное начало. А также известная богиня забрала моего брата. Она наложила на меня какие-то магические узы и потеряла все... Я потерял все свои силы. Раньше мы путешествовали по разным мирам, но теперь зацелились здесь. Голден Фокс, уже 5 лайкосиков. По разным... Разнообразие — это хорошо. Вот я к человеку, я к человеку прислушался, и вот разнообразие. Хотя Ведьмак — это игра с RPG-элементами. Киберпанк — это шутер с RPG-элементами. Сколько лет прошло, я не знаю. Я обязательно выясню. Я проснулась в этом мире в одиночестве, но через 2 месяца встретила тебя. Мне крупно повезло, если бы ты не нашла меня. Поймон будет твоим лучшим проводником. Я буду тебе помогать. Пора выдвигаться в путь. Хоть русские субтитры в данной игре есть, а? Этому я рад, а. Используйте колесо мыши, чтобы приблизить камеру. Ну как? Ну это передвижение. Левый. Ух ты! Всем спасибо за поддержку и лайки. Да, спасибо, спасибо вам. Асуна! Ну, кстати говоря, пробил, чтобы прыгать. Ну, это прикольно, а. Ага. Так. И куда же мы идем? Ах ты, сучка! Я сейчас тебя порву, а! Так, дальше куда мы там идем? Кстати говоря, вот я могу сломать, да, как я, если не ошибаюсь, а? Опа-на, опа-на. А, точно, тут одно место есть. А, человек подсказал мне, за данным камнем, вот за этим большим, есть сундук. Честно, я в такого жанра игру, но именно вот аниме из такого, играю в первый раз, а? Я ни разу не играл, а? Честно. Блин, выносливости у меня, походу, не факт, что хватит, а. Потому что за этим камнем есть сундук, а. С припасами, а. Ого, как я быстро плыву. Не, игра выглядит на самом деле прикольно, а. Я больше сейчас потону, походу, а. Зараза! Зараза! Блин, ну твою же налево, а. Выносливости не хватило, а. Блин, нужно как-то выносливость повысить себе, что ли, а? Не хватило ее. Ага, я вся порву. Ага. Блин, я понял, что за ней идти, но тут просто сундук, а. Это если я подальше зайду, а? И быстро плыть не буду. Мне хватит выносливости, интересно. Elden Ring, так это же игры года. А, какие игры года? Нужно этот камень, до него доплыть должен, по идее, а? Так, Влад, какие игры конкретно года? Скажите, у меня разнообразие контента есть или нету? Вот он сундук, видите, да? Кому интересно, я просто гайд посмотрел, вот сундук, я к нему плыл. Так бы я потом мог пропустить его. Это игра года. Опа. Та-дам! Спасибо, ты куда поплыл? Ты куда? Эй! Куда ты, блин? Та-дам! Двухручный меч богатыря. Видите, как залутался, да? Нажмите, чтобы открыть меню персонажа.
Да какая милашка она у меня. Эх, какая асуна. Артефакты. Так, надеть. Ну почему бы и нет, да? Это какое-то улучшение получается. Что дает? Искатель приключений. Кубок искателя приключений и бонус Крио. Ну это прикольно. Так, это что у нас получается? Ну тоже надеваем. Искатель приключений второго уровня. Заебок. О. А персонажи. Путешественница из другого мира. Разлученная со своим братом, она отправляется в долгое путешествие, чтобы найти всех семерых архинтов и архионтов. Да-да, архионтов. И вернуть одного человека. А вот какого конкретно года она? Этого года или какого? Так, оружие. А какой у меня меч, да? А теперь у меня есть меч. The Leopard Games. Дима, поговори с папой с моим, чтобы он дал ключ. Федя, я не буду этого делать. Так, у меня вроде бы есть меч получше уровня. А улучшить его можно? Так. Базовая атака, приступить. Опа-на! Приступить! Та-дам! Новый уровень у нас! Мы с вами просто молодцы! Пам-пам-пам-пам! Ладно, на самом деле, видите, я меч себе апнул-то, а теперь-то 4 уровня! Правда, меч тупой у нас, а? Базовая атака. Ну так, таланты. Таланты мы конечно, не блещем, а вот созвездие. Созвездие не на нашей стороне. Артефакты. Оружие, кстати говоря, еще был лук. Еще был лук у нас, а? Elden Ring. Genshin Impact стала игрой года в 2021. Нифига себе, круто. Golden Fox, согласен. Так. Что это у нас? Описание. Достигните фазы возвышения. Не, я молодец, что вспомнил этот момент, а? Про сундук. Асуна. Лук охотника. Это как сохранится, чтобы это сохранено все было. Какая вода красивая. Ох ты, ни хрена. Так, надеюсь, я не утону, а? А то будет обидно, конечно. Опа, и жизни больше стало у меня. Неплохо, неплохо. Не, водичка, правда, на самом деле красивая. Ну, при такая... Не говорим о политике. Так, я, по идее, не должен утонуть. Ай, боюсь, что я сейчас утону, а? Что-то кажется, что сейчас утону. Пожалуйста, не тони, я тебя прошу, асуна. Пожалуйста. Не тони. Чуть-чуть осталось, ты должна. Ух, ура. Ой, боже, упаси, я не утону, а? Так, где там, куда я сейчас за ней пойду, а? А что, она даже не сказала мне, ах ты, сучка. Водяной краб. О, ракообразная, которая обитает у берегов океана. Кстати, классно, конечно, меч у меня. Смотрите, какой она. Я хотел бы на ней попробовать прокатиться. А, вот оно как действует. На ком именно? Я давно хотел данную игру попробовать, я скажу честно. Так, F, чтобы активировать точку телепортации. Вот это неплохо, неплохо. Нажмите на меню карты в левом верхнем углу, чтобы открыть карту. В верхнем левом углу. Вот, спасибо вам за лайк и подписку. Так, в верхнем левом углу. Бег. А, вот оно как. Так, карту, точка телепортации, долина звездопадов. The Leopard Games, на машине, которую я купил. Федя, с хорошим водителем можно было бы. Так, стоять, дальше-то куда идем? Не, вот мы вот не просто так же. А, показывает, да? Не просто вот эта штучка, мой проводник. Ах, она не сказала мне то, что там есть хороший лут. Спасибо человеку, у которого я посмотрел гайд по данной игре. Я вот с самого начала уже прокачал себе 4 уровень. Единственное, не пойму, как тут сохраняться. Так, персонаж, инвентарь, задание, достижение, опыт. The Leopard Games. Не я имею в виду, ты за рулем. Федя, это ж я ездить. Вот, дело супер, а твой? Не знаю, я ж ездить не умею. Так, а если дерево? Смогу дерево? Опа, а?
Подожди, стой. Into the. Так. Добыча древесины. Дима, ты играл в нее автомата. А про что эта игра? И я в первый раз о ней слышу. Высокое дерево, родом из далекого севера, распространившееся по всему Тайвату, период заобладает большим количеством веток и является основным источником древесины во всех странах. Добыча древесины, дерево, на котором растут наливные плоды, говорят сердцевинные плоды некоторых таких деревьев, окрашены в цвета заката. Никбот, ух ты, величественное хвойное дерево, способное прожить не 1000 лет. Крепкие стволы сосен можно увидеть в любом уголке континента, даже в теплых краях. Добыча древесины, дерево с особенно крепким стволом, корни таких деревьев проникают глубоко в землю, поэтому они не боятся ни засух, ни сурового климата. Вау. Ring, можно сказать, что это игра в аниме-стилистике? Нет, я в первый раз о ней слышала. Честно, в первый раз. Изумрудный бамбук с горы Цинк, крепкий и прямой, словно меч. Он часто является символом возвышенного, чистого и непреклонного, благородного мужа. Добыча древесины кедр. Высокое, вечно зеленое дерево с густой кроной и солидным стволом. Ни сильный ветер, ни снежные бури не смогут лишить кедр его изумрудного одеяния. Спасибо вам, что пришли на стримчанский, поставили лайки и все в этом духе. Спасибо. Очень распространенный вид дерева, адаптировавшись к климату, пихта может быстро расти и является хорошим источником материалов. Ух ты, сакура, да, красивые деревья. Golden Fox, все делюсь видео, если что, я здесь. Элегантное, радующее глаза дерево, которое встречается в восточной части страны. В период цветения Golden оно Fox принимает вид повышающего розового облака и по праву считается одним из самых красивых диковинок из Инадзумы. Веерный клен. Странное дерево с огненно-красным веерообразными листьями. Его яркий цвет окрашает склон гор в красный цвет и часто упоминается в стихиях и песнях, как символ поздней осени. Добыча древесины, это мы уже прочитали. Так, Асуна идет дальше. Так. У нас какое-то письмо получается, да? Не, я по той игре реально, которую сейчас ты сказал, Влад, я в первый раз о ней слышала. Так интересно, вот деревья. Это все чуть-чуть Так, спасибо. Ладно, где моя проводница? Так, карта, ага. Все, я иду за тобой. Давай, потом поизучаем мир. Все, погнали. Так, дальше дороги нет, похоже, тебе придется карабкаться. Ты расходуешь выносливость, она постепенно будет восстанавливаться. Давай будем придерживаться запланированного плана. Наша цель — статуи семи архонов. Чего? Архонтов. А, вот оно как. Понял. Так, а дальше куда мы там идем? Задание выполнено. Опыт приключений. Взгляд с высоты. Идите по тропинке. Опа. Это четко. Так. Не, на самом деле, ты же можешь в данную игрушку и не вкладывать. Просто было выживание. Тебя же никто как бы насильно не заставляет вот это делать, а? Ну, транзакции в этом духе, в общем, ну ты понял, донатить ТРПРА. В любой игре, на самом деле, это самая главная фишка, донаты. Что в танках, что в Warface, что в колде. По факту, в любой игре такая хрень, а. В любой. Так, куда мы там дальше идем?
Баба-бабочка! Поймал бабочку. Крылья бабочки. Golden Fox, донаты это просто для стримера все. Не-не-не, имею в виду это, ну, в игру вкладывать, Golden игру. Fox, но... Имеется в виду не донаты, ну, донаты, а имеется в виду игровые донаты, в том плане покупать там одежду, косметику, оружие в игре. Golden Fox, должны быть. Это имеется в виду. Понравилось нужно. Я тоже так думаю. Вот и статуя семьи архонтов. Но вначале, если игра понравится. Никбот, привет, друг, добро пожаловать на стрим. Эти статуи можно найти по всему континенту. Они сделают. Они следят за тем, чтобы всюду царил мир и порядок. Этот архонт управляет ветрами. Мы позовем его. Мы зовем его Анемо Архонт. Анемо. Не знаю, тот ли этот архонт, что тебе нужен. Но у нас все равно есть весомая причина посетить его. А вот так вот. Чужий семец, поймавший ветер, новая глава. Наверняка найдется кто-нибудь, кто слышал о твоем брате, я так думаю. Ни хера ее заколбасила. Это быстрое передвижение, правда у нас выносливость дерьмовая. Аж ты зараза. Стоять, сказал, ну-ка стоять. Хотя ладно. Эй, ты куда, не отходи далеко. Да не отхожу, не переживай, а. Ты правда красивый. Мне такая стилистика нравится на самом деле. Оп, очки, а. А ты не говоришь мне опять про сундуки, а? Ну ты даешь, а. Давай, Асуна, давай. Ай, Асуна, молодец, а. Ай, чего такое? Сундук исчез, получается, да? И все пропало, ах ты. Так, обычное руда усиление. Ах ты. Так. Ага. Артефакты. Так, а тут у нас, в принципе, ничего такого нет, да? Угу. Ну, в принципе, да. Оружие. Сменить, улучшить. А, интересно, на что я могу его сменить-то? Опа-на. Так, ковка, приступить, очки опыта, оружие, неизвестно, как, но это, да, способно сделать ваше оружие гораздо сильнее. Вот это неплохо, вот это охерительно. Интересно, вот если тут смена, так, а вот сменить, подожди, вот сменить оружие. Нажимаешь качество, уровень, качество, все такое. Улучшить. Вот, допустим, тот же самый лук. Ага. Лук охотника. Интересно. А, она получается так? Аж даже так, серьезно? Ну ладно, пока с мечом побудем, а. Так, кому нравится такого рода игра, напишите в комментариях. Или не нравится, только скажите, почему вам не нравится. Ты можешь переплыть на другую сторону. Я уже знаю, я уже плавал, а. Я уже плавал, так что я уже знаю, что да как. Выносливость, в общем, нужна. Выносливость. Жалко, нет русской озвучки, конечно. Ой-ой-ой-ой. Никбот, спасибо вам за лайк и подписку на мой канал. Так, шепчущий лес.
Сидоровое озеро, Монштант, так, храм тысячи ветров. Прогресс исследования 2%. Охереть, да? Вот это круто. Ого, чувствуешь мощь стихии этого мира. Ты всего лишь прикоснулась к статуе и сразу получила силу ветра. В этой мере силы стихии не достают людям так просто. Я понимаю, что могу не платить, но все равно нет желания. Тогда мне придется гриндить 100 часов, а я не говорю желанием. Думаю, я знаю, в чем дело. Да, это все потому, что ты родом из этого мира. Если мы продолжим идти на запад, ты дойдешь до Монштанта, города свободы. Еще Монштант называют городом ветра. Его жители поклоняются Анему Архонту. Может, теперь, когда Анему Архонт даровал тебе силу, стоит предложить поискать. Стоит продолжить поиски в Монштанте. Еще в городе много бардов. Возможно, кто-то из них слышал о твоем брате. Ну все, пойдем скорей. Стихии ответили на твои мольбы. Паймон думает, что это хороший знак. Ты сразу, а? Вот оно как. Нажмите и удерживайте. Зажмите для более сильной атаки, чтобы активировать взрыв. Вау, это классно. Ну, знаешь, время от времени можешь заходить просто по кайфу на чили и играть в ад. Тебя же не, как бы не... Ты можешь просто заходить, когда захочешь в игру и прокачивать себя. Тебя никто не просит как бы чисто без конца в нее играть, ну или гриндить. Ну просто опа, появилось желание, опа, зашел, поиграл. Левой зажмите, чтобы показать курсор. А, курсор и кликать на мышь. На мышь. А левый альт. Голден Фокс, Димон согласен с тобой. Так, ты обычно древесина. Это я знаю. А, во-во. Дерево с ярко выраженными уникальными чертами, толстый ствол пальмы защищен чрезвычайно прочной корой, что позволяет ей выживать в условиях жаркой пустыни. Так, это дерево с, с яркими листьями, необычной формой и просто деньги тратить нужно на игру, которая колоссальной корневой системой произрастает в самых суровых условиях. Она обладает уникальным способом выживания в случае необходимости, переходя в режим жесткой экономики энергии. Вам нравится данный стрим по данной игре? Да или нет? Так, так, так. Подожди, куда дальше-то идти? Ага. Так, телепорт, получается, у нас нажимаешь карту, а телепортнуться можно? Точка телепортации. Отслеживать. Угу. Нужно пешком идти. Ай, оп! Голден Фокс. Игра крутая. Ник Бот, не говорим о политике. Так, Лилия Кау. Голден Фокс. 6 лайков, неплохо, спасибо, друзья. Да, спасибо, спасибо. Вы меня же хотели на канале разнообразия, а то говорили, что его нету, а? Да нравится. Просто мне говорили на канале вчера, что у меня нет разнообразия, что я одни и те же игры стримлю, а? Вот я и решил разнообразие сделать. Ох ты, какого хера, ни хрена! Паймон, ого, что это такое? Что-то огромное, что-то полетело в небе. Он улетел вглубь леса, надо быть осторожней. Голден Фокс, ну про это я тебе говорю. Так, ребятки, я вас закачаю. А что, сука? Ай, ай! Можешь по трём стрима разных делать. Не бойся, супер-атлет. Сразу, а?
Так, 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 восстановление энергии. Это я знаю. Ты зараза. Golden Fox, берем тебя от Спайса Геншиной 3 игру. Как я их, а? Способности ветра. Разбитая маска. Разбитая маска, новый предмет. Опа, редиска, сосиска. Так, мне, конечно, прикалывает, как меч у меня появляется. Ох ты, обычный сундук. Обычный, необычный, я вон уж как прокачал, могу прокачивать себя. Ух ты, ух ты. Вот, привет, друг, добро пожаловать. Так, чтобы открыть меню персонажа. Артефакты. Новый артефакт. О, ну-ка, что он мне дает? Потом можно будет, как бы, если что, выберите материал повышения опыта. Давай этот. Приступить. Выберите материал. Так, необходимо. Все. Мне больше, типа, больше не хватает, да, получается? Так. Так, новый уровень. Мастерство стихии. Это круто, это круто. Но бабки лучше сэкономить, а? Так, артефакты. Так, данный артефакт нужно... Я имел в виду, хотел, конечно, его это того это одеть. Так, пока ничего такого нету, а? Надеть. Вот, это получается мне дает мастерство стихии. Созвездие. Это, это получается прокачка навыков, да? Таланты. Ну, я честно, я реально... Ну, сами видите, что играю в первый раз, а? И честно... Я не знаю, что-то как вообще тут на самом деле в данной игре, а? Ну, надо себя прокачивать, а? Необходимо косарь, да? Ну ладно, давай. Оп, ни хрена. Дина, ты ждешь второй сезон Wednesday? Да, жду. Не прям так уж сильно, конечно, но жду. Я бы очень больше бы, конечно, ждал бы на самом деле бы сверхъестественное, но, к сожалению... Его нету, а? Так, а персонажа? История, озвучивание. Не активируйте точку телепортации в Монштадте. Где? Так. История. О, история персонажа. Юноша и девушка стояли в клубах пыли под небом чужого мира. Вы были братом и сестрой, которых... Сюда привело путешествие через бесчисленные миры. Спустившись на материк под названием Тайват, вы надеялись счастливо провести время, но проснувшись среди материков, увидели, как мир охватили бедствия. Вы собирались покинуть этот мир. Даниэль, как... я ВКонтакте поставил лайк на твой стрим по Геншину. Мир, как вдруг путь преградило неизвестное божество, незапятнанное божество парило побьятым хаосом небесам, взирая на вас свысока. Это круто, Санек. Она похитила вашего родственника, и а вас погрузила в крепкий, наполненный кошмарами сон. Когда вы проснулись, мир изменился. Давно погасли огни войны, и все вокруг было незнакомо. Ночи, или, может, годы прошли во сне. Узнать этого было нельзя. Тогда вы в одиночестве начали путешествие в поисках увиденного ранее божества. Вот так вот. Вот так вот мы божество это. И здесь сосись картошечку, а. Так, это мне жизни снимает, это не вариант. А. Это куда я полез? Эй, стоять, что-то такое интересное есть. Я вроде бы открывал персонажа. Так, повысить уровень. Подтвердить.
Я уровень подтвердил. И еще раз подтвердили. Видишь, вот, я прокачал себя. Я теперь прокачан на 6 уровня. Ах, какой я красавчик. Так, 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 а тут что у нас тут вообще интересного? Так, водичка. Опа, яблоки, да? Интересно, как это вообще хавать? Можно тут поесть, а? Так. Ага. Капуста. Так, я вообще, походу, не туда пошел, куда надо, да? Опа, 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 опа. Цветок. Интересно, как-то вообще тут с лука стрелять, а? На самом деле красиво, прикольно, а? Опа, ребятки меня ждут. Типа их база получается, да? Вот, спасибо вам за лайк и подписку на мой так, канал. Так, ребятки, я ползу. Ой-ой-ой. Бигл, бигл! Это 6 уровня. Типа какой-то магический, да? Хрен откроешь. Печально, а? Могу посидеть около костра. Пройти в глубь леса. Ах ты, зараза. Мне, походу, какой-то магический нужен, да? Яблоко. Интересно. Опа-на, использовать. Я могу похавать спокойно. Да. На максима. А, все, понял, понял. Вот оно как. Теперь я понял. А тут хрен откроешь, а? Тут, наверное, магия должна быть, а? Прикольно. Ну ладно, черт с тобой. Так, вглубь леса, да, нужно пройти. Ах ты, зараза, а? Вот так, типа, сработал. А, сундук открылся. Вот оно как. Еб. Ух ты, ух ты, ух ты. Так, книга улучшений, спасибо. Опыт странника. Так. Так, 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 использовать. Ага, повысить уровень. А вот денег не хватает у меня. Есть, у меня 7 уровень. Ага, мощь выросла наша, и стали мы качками. Есть. Нужно бабки подкопить. А, это получается разное. О, это получается кухонный ингредиент. А, может и покалывать приготовить будет, да? Так, это поесть, терапевы. Это всякие там. А что это такое? Какая-то разбитая маска. Так, есть. 7 уровень у нас с вами, да? Вот, интересно. А, это стихия. Так. Глубь леса идем мы с вами. Шепчущий лес. Как только сохраняться, тут непонятно. Морковочка! Зараз такая. Бабосики мои. Ага, я типа залезть могу, получается, да? Прикольно, конечно. Йоху! Я смог. Ладно, идем. Нет, способность... Опа, 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 куда я пришел? Так, мы идем, идем, идем. А, мы же с драконом шли, а? Точно. Смотри, Федя, Влад, вы тут? Опа, на. Не нужно бояться, успокойся, я вернулась. Она что-то разговаривает с драконом. Ёп! В общем, мы спугнули дракона. Кто здесь? Ё-моё. Так, не вовремя мы пришли, в общем говоря, да? Блин, ну мы балбесы, а? Уф, меня чуть не сдуло.
Так, счастье, я успел ухватиться за твои волосы, спасибо. Еще чуть-чуть, и ты бы оторвала. Хорошо, что дракон нас не заметил. Что это было? Я думал, он нас съест. Это определенно связано с чудиком, который отговаривается. Я просто сейчас работаю, через 10 минут закончу. Да, понял, Влад, работай. Я думаю, что дракон не бывает. Тут все с драконами. Тут все с драконами на «ты». Нет, конечно. А это еще что такое? Там какая-то красная штучка. Вон там на твоем огромном булыжнике. Пойдем посмотрим. Ну да, это самое то, блин. Посмотреть. Здорово, Димон, как дела? Да хорошо, дела хорошо. Твои как? Давненько тебя не было. Я никогда раньше не видел таких кристаллов. Не знаю, что это. Но выглядит он зловеще. Давай забьем его с собой. Славненько, теперь пойдем отсюда. Так, ранг приключений. Продолжим двигаться в Монштам. Golden Fox, 8 лайков, всем спасибо за поддержку, друзья. Да, спасибо. Gaming. Привет, Golden Fox. Так, интернет, получается, чат недоступен. Привет, друг Scratch. Нажмите добавить участника, чтобы начать беседу с друзьями. Gaming, блин, жалко мне добавить никого. Обидно. А добавить-то никого. Так, опа, сундук. Сундук. Так ты сразу, а? Экскалибур! А ты говоришь, скоро выйдет игрушка Hogwarts Legacy. Как вы думаете, она будет нормально оптимизирована? Или плохо? Я боюсь, что оптимизация у Hogwarts Legacy будет не очень. Scratchit Gaming. Извиняюсь, я просто проходил Dead Space Remake и Zekali 100 протокол. Каком? Scratchit Gaming. Golden Fox, все отлично. Понял, ясно. Я понял тебя. Так. Санек, когда мы с тобой общие библиотеки сделаем? Так, подожди, куда идти? Да, я пришел, да? Эй, вы, погодите! А, это кто такая? Да хранит вас ветер, путники. Я Эмбер, скаунт от Фуванурус. Я сам покажу этот Dead Space ремейка. Вчера его стримила. Вы не похожи на жителей Монштанта. Представьтесь. Нам не нужны неприятности. Все подозрительные личности так говорят. Здравствуйте, меня зовут Асуна. Странное имя, ты не из этих краев. Странное имя. Да нормальное имя. Ты себя чухня-чухня назвал бы. Или чубурашка, чукашка назвал бы себя. Или обдолбашка там. Или еще что-нибудь. А так Асуна нормальное имя. Это что за существо с тобой? Живая консерва, мои друзья. Мы познакомились только пару месяцев назад, но уже стали лучшими друзьями. То есть вы путешествуете вдвоем. Далеко от Монштанта видели дракона. Будет лучше, если вы немедленно отправитесь в город. Я покажу вас здесь совсем недалеко. Что, разве у тебя нет других дел? Конечно, есть. Не переживайте, мне не составит труда обеспечить вашу безопасность. К тому же я еще не решила, можно ли доверить вам двоим. А можно ли вам доверять двоим? Разве можно так обращаться? Ты нам не веришь? Разве можно обращаться так с гостями? Ой, наверное, мне не стоит разговаривать таким тоном, я же рыцарь. Примите мои извинения, незнакомые, но почтенные путешественники. Звучит не очень искренне. Чем тебе не нравится формулировки, рекомендованные руководством для рыцарей Ордо Фованиус?
Так, это что такое? Получен персонаж Эмбер. А вот у нее имя прям охуительное, да? Эмбер. То у меня имя круче. Нажмите, чтобы продолжить. Лук Эмбер идеально подходит для сражений дальней дистанции. А, вот оно как, да? Ага. Ясно, понятно. Чтобы... Ага. Держите режим прицеливания. Прикольно на самом деле так, да? Вилли Вонга, да? Паймон is her travel buddy, helping her to find her brother. Так, ей бы тоже меч бы пригодился, да, чтобы открыть снаряжение. Привет, друг, добро пожаловать. Выберите персонажа. Повысить уровень. Так, так, давайте тоже ей уровень немного повысим, а? Сейчас она у нас тоже должна быть хоть более или менее прокачанная. Вот так вот, в общем, а. Так, теперь я выбираю моего персонажа. Уровень я вроде даже повысить не смогу пока что. Так, оружие. Сменить экипировку. А, типа какое-то особенное, что ли? Так оно же хуже, чем мое. Мое же лучше будет. У меня прям вон какое оно. 15 уровень, а тут первый уровень. А чем она хорошая-то? Scratchet Gaming. Кстати, как тебе игра Dead Space Remake? Мне нравится Dead Space Remake. Классная, классная ремейк. Единственное, что мне не хватает, это русских субтитров. Я с большим удовольствием на новой игре плюс и еще раз Dead Space пройду, когда выйдут русские субтитры. Реально с большим удовольствием пройду. Мне кажется, данный меч будет лучше. Golden Fox. Дима, я вернусь, пойду в туалет схожу. Санек мог бы это не говорить. Просто мог бы написать, я приду. И все. Необходимо. Так, вторая базовая атака 35. А сколько у этого меча? Базовая атака 48. Так что пока так будем, а? Так, артефакты, артефакты. Давай тебе тоже наденем, да? Основное уже использовать кубок искателя. Приключения поменять. А. Вот, все. Асану мы не трогаем, а. Асана у нас асана. Все, мы ее не трогаем, а. Нельзя ее обижать. Так, серебряный меч. Точно, когда закончится с своими делами, я помогу вам развести объявление. Так, я переключаюсь на асану, так что идем. Так. Scratchet Gaming. Кстати, планировали выйти русский язык в Зек или 100 протокол? Да, знаю, над ним работают, знаю. Сергей Пономарев будет озвучивать главного героя. Дмитрий Сендук будет озвучивать героя, а друга героя главного. Так, кристалл ядро. Так, зараза. Ах ты зараза, а. Эй. Иммунитет? А блин, все зараза, а. Иммунитет у них, охренели, а. Так, взрыв стихии. Это я знаю. У, я красавчика. Перезарядку показывает, да? Да вы еще охренели совсем, что ли, ребята? Ах, вы зараз такие. Камень истока. Все поджигать, все подряд, а. Сволочили, а. Так, у меня прямо сколько жизни, да? Какая молодец у меня. Асана. Прям вообще красавица, а. Так, рыбу данную поймать могу на удочку? Ай, оп! Я рыбушка! Ах ты, зараза, седровая. А, ладно, плывем. Пойти к точке указанной. Эмбер. Блин, пух успели, а. Сейчас со сутануло бы. Ладно, все, асана есть главная героиня. Опа, что это такое? Так, ты подожди, пожалуйста, конечно. Как там, Эмбер? Ну, мы сейчас немного замутим тему. Я думаю, нам это пригодится потом, а. Так, это что такое? Обломок железа.
И крип, о, рынок, опа, в руках опытного ремесленника эти обломки железной руды могут быть превращены в кучу разных полезных вещей. Ясно, понятно. Так, Асуна у нас мечница, Эмбер у нас лучница, еще у нас маг будет. В общем, заебока. Так, стоять, стоять, Асуна, давай, 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 давай. Так, ну и как тебе самому-то скачет геймерс, как тебе самому-то Dead Space Remake и Callisto Protocol? Я рад, что русская озвучка выйдет в Callisto, и рад, что Dead Space тоже она выйдет, правда не скоро. Скачет гейминг. Было лучше, они сделали русский интерфейс при выходе Callisto. Подожди, подожди, что было лучше? Добро пожаловать на стрим. Я немного не понял, что было лучше. Так, так, так. Так, так, цель находится где-то здесь. Точка телепортации. Активировать. Я активировал, заебок. Так, ко мне чувак идет, да? Да-да-да. Охренело. Сила стихии. Теперь я тебя побежу, выиграю, а? Атака! Поздоровайтесь с моим луком. Это было обучение. Так, 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 так. Прицельные выстрелы прекрасно подходят для атаки по уязвимым местам противника. Это я знаю. Чай. Уже, ух ты, ух ты. Первая атака подвигает цель воздействия первого элемента. Первый в контакте с другими элементами может вызвать элемента... элементальную реакцию. Охренеть, да? Так, а дальше куда мы идем? А нужно, получается, телепортнуться, да? Так, R, E. Scratchet Gaming. Мне понравилось Dead Space Remake, но проблема, что игра не на русском, а Callisto мне понравилось, но у меня были баги. Это да, я согласен, оптимизация в Callisto была не очень. Сейчас говорят, что ее сделали лучше. Так, а теперь могу... Точка телепортации. Телепорт. Нужно ее использовать. Также очистить лагерь Куличировов. А-а-а, вот оно что. Scratchet Gaming. Слушай, угадай, какая игра вышла на пиратке. Я даже не знаю. Блин, честно... Я вроде понял, о чем ты, но название забыл. А как, а? Ах ты, зараза, нужно комбинировать, а? Так. Зараза ты. Scratchet Gaming. Ладно, это игра The Quarry. The Quarry? Серьезно, пиратка, когда она вышла? Когда она вышла? Я только сегодня смотрел, пиратки не было. Ты козел лучника. Фух, это было просто. Не ожидал, что ты умеешь так хорошо сражаться. Спасибо за помощь, было труднее, чем я думала. Кстати, откуда здесь вообще взялись куличуровы? А таких существ неестественно селиться рядом с большими городами. Эта игра очень провальная. Вообще, многие эту игру жестко помоями поливают. Она говорят, полное говно, оптимизация плохая, сюжет такой себе, боевка... то, в общем, самое главное плохое — это оптимизация. Вот она просто конченая, конченая, конченая. Хуже, чем в Киберпанке, а? Да, обычно они селятся в дикой местности. Но в последнее время дракон стал дожидать нам больше обычных красоты вокруг города разрушены. Это сильно повлияло на торговлю. Во время бури всегда есть раненые рыцари Ордо. Фанатниус делают все, что возможно, чтобы защитить Монштант.
Но нам все равно не хватает людей. Эти назойливые создания стали разбивать свои лагеря ближе к городу. Именно поэтому зачистка этого лагеря сделала местность немного безопаснее. Следуйте за мной, как рыцарь Орда. Павониус. Я должна обеспечить вам безопасный путь в город. Ну а тебе, как и самой игра Зеквори, в ногу с ветром. Продолжай двигаться в Монштант. Вау, получено очков каменной стихии, да? А, вот оно как. Звыхреневшая. Вы самые лучшие подписчики, спасибо. В общем, многим она не понравилась, а? Scratchet Gaming, мне не понравилось. И чем она тебе не понравилась? Только о ней сегодня видео как раз таки смотрела. Игровые новости смотрел. Там как раз таки ее упоминали давно игру. Так, продолжать путь. Интересно, ой, не туда, да? Так, дальше то куда идти? Так. А дальше нам куда идти-то? Ага. А, вот оно как. Ни хрена себе. Блин. Пока поменять персонажа. Так, наверное, нам нужно с тобой, походу, поесть, а? Артефакты. Перо. Ну, давай наденем. А. А персонажи. Княгичный веселый Эмбер. Лучший единственный. Скаунт Ардо. Павониус. История. Эмбер лучший скаунт Орда. Павониус. В эпоху, когда скаунты уже особо никому не нужны, она продолжает безупречно выполнять свои обязанности. После нескольких часов общения с Эмбер вы чувствуете, что словно словно дружите с ней всю жизнь. Ух ты, вершины гор, глубины озер или столик в хорошем охотнике. Везде можно обнаружить следы этого. Кавычка. Ламповое прохождение игры, кавычка. Веское заявление, ты в курсе, что застрял тут больше, чем на год. Никбот, не говорим о политике. Как? Ничего страшного. Скачет гейминг. А когда я установил игру, то первая она сильная лагает. Игра я в настройках графики ставлю на низком, ничего не помогло. Это... Скачет гейминг. Она работает. Это хреново. Ничего страшного. На год. Время от времени буду стримить, ничего. А что, я не могу вам по прохождению разве назвать? Это типа как бы запрещается, что ли, чем-то? В чем проблема? Ну, ламповая, да, все правильно. Так, как ты козлы, а? Ах, зараза. Так, рассеивание. Мне кажется, в этом проблем нету, а? Никто не просит меня пойти ее или упарывать на нее прям так, да? Нет. Вот, дело супер, а твой? Я могу играть, когда захочу в нее. Как в принципе другие игры. Is this an answer from this world? Я знаю прекрасно, что она долгая. Я по мне обзор смотрел и прекрасно знаю. Но никто же не оставляет мне на нее упарываться, а? Нет. Будет время, ТРПР, буду стримить ее. Так, это после получения. Scratchet Gaming, подожди, у тебя сколько игр на прохождение? Так, что ты наделала? Ты распугала всех голубей. Колянкскс, да нет, просто прохождение с Геншином как минус. То не узывается. А как лучше назвать, по-твоему? Моя мама говорит, что если ты хороший человек, то животные не будут тебя пугаться.
Вот меня, например, голуби совсем не боятся. Добро пожаловать на стрим. Понятно, понятно, Тимми, пока. Я все маме расскажу. А что я должен, что я должна вообще сделать, а? Так, ты испугал. Они всегда возвращаются, но то, что... Но, что если однажды они улетят и никогда больше не вернутся? Как мой папа. Ну, папа у тебя просто козёл, а? Я в Genshin Impact играю в первый раз. Так что я многого об этой игре не знаю. Но я смотрел обзор по прохождению данной игры. И я знаю, что она очень длинная. Я искал игру, аниме с RPG-элементами или MMO. В общем, искал себе игрушку аниме с MMO-элементами онлайн, ну, чтобы с кем-то можно было играть. Ну, чтобы наподобие была, получается, Мастера Меча онлайн. Чтобы наподобие такой игры. Как наподобие стрелялки, что ли, а? Там на босса похотится ТРПР, а? А, мне нужно туда пройти. Так, здравствуйте, чем рыцарь Ордер Панониус могут вам помочь? Кто вы? Я Свейн из караульной службы, согласно руководству рыцарей Ордер Полониус, я также обязан оказывать необходимую помощь посещающим город торговца. Руководство рыцарей Ордера Панониус, что если что есть интересный город Монштанте? Типа он ничего не скажет мне, да? Простите, но вы руководство рыцарей Ордера Панониус? Об этом ничего не сказано. Scratchet Gaming. Кстати, планирую покупать предзаказ. Красавчик. Молодец, поздравляю тебя. Я уже это сделал. У меня была возможность, я это сделал. Самое главное сейчас... чтобы оптимизация в Хогвартс Легаси и Atomic Heart были нормальные. Добро пожаловать в город Ветра, Свободы и Одуванчиков. Монштант, город, в котором за вашу безопасность отвечает Орда Павониус. Тайна, покрытая мраком. Наконец-то можно будет поспать в настоящей кровати. Но горожане у вас выглядят как-то не очень счастливыми. Счастливыми! Все переживают из этого дракона ужаса бури. Но все будет хорошо, потому что у нас есть Джин. Джин? Действующий магистр Орда. Павониус и главный защитник Монштан. Когда Джин с нами, можно ничего не бояться, даже ужаса бури. Похоже, что это Джин важная шишка. Кстати, Асана, перед тем, как мы пойдем в штаб Ордера Фабаниус, я хочу подарить тебе кое-что. Это награда за помощь с Кули... Куличаровами. Эй, разве не заслужила награду? Эй, а я разве не заслужила награду? Эй, мы тебе награда ни к чему. У меня есть для тебя традиционное монштанское угощение. Медовое мясо с морковью. Медовое мясо с морковкой. Но сначала мы поднимемся в верхнюю часть города. Так, нажмите, чтобы открыть меню заданий. Так, город свободы, кулинарное искусство. Ну сколько ты потратил денег? Тайна покрыта мраком. Сколько нужно, столько и потратил. Golden Fox, я здесь ужин себе готовил, пиццу уставил. Красавчик, Санёк. Раньше это была шумная людная площадь, но после нападения дракона все изменилось. Возвращение, вот. Лишь таверна на углу процветает, у них дела стали идти даже лучше, чем раньше.
Приветствую, каждый товар здесь по-своему уникальный, поэтому мы не торгуемся и не возвращаем деньги. Изучить товар, хочу кое-чем спросить. Ока. О, как жаль, но пока что магазин закрыт на ремонт. Не забудьте заглянуть в следующий раз, наши товары тебя точно не разочаруют. Эй, тихо, Дима, ты совсем что ли, а? Эй, что же тебя так и не заинтересовало? Расскажи мне о своей лавке. Кажется, ты говорил о... Golden Fox. 9 лайкосиков. Всем спасибо, друзья. Я решил открыть эту лавку из-за отца. Он глава Монстанской гильдии. Искатель приключений. Из своих приключений он приносит домой кучу разных сокровищ. Кто-нибудь присутствующих хоть раз в данную игрушку играли? Привет, друг. Добро пожаловать. Или наподобие... Или такого же жанра игру. Сейчас я по-быстренькому отойду и вернусь. Буквально на пару минут. И я приду. Golden Fox. Я не играл, но слышал ее.
Аксю, я вернулся. Вы не знаете, как вообще в этой игре сохраняться? Я просто через полчаса завершаю стримчанский. Нужно будет, в общем, гулять с собаками и ТРП. И потом начну стримчанский, сделаю по танчикам. Если, конечно, стальной охотник будет в 12 часов работать. Я не знаю, просто давно не играл. Так, а что было со стримом? Я не играл, но слышал ее. Чего-чего, нормально все с ним? Чего с ним? Я просто ушел и все. Ничего с ним не было. Работает как работает. Он... Так, это мы уже поняли, кто он такой. Волден Фокс, я приду на стрим танков. Так, у каждого сокровища есть своя история. Когда я была маленькой, папа был для меня героем. Мне хотелось поделиться этими историями, поэтому я решила открыть лавку. Но вскоре после открытия лавки с отцом что-то произошло. Он стал вести себя странно. Начал разговаривать сам с собой. У кого-нибудь еще стрим крутился, как у Феди? Егот, не оскорбляйте друг друга, будьте культурнее. Ух, так, это у тебя что? Алхимия. Огонь и вода, земля и ветер. Сотворите для меня что-то сотворите для меня то, что я желаю. Так, огонь, вода и понятно, создать. Интересно, а что создать-то? Подтвердить. Так, это что такое у нас? Создано. А что это такое? Так. Огонь, вода и ветер. Так. Зелла Леопард Геймс. Дима, хочешь узнать сумму машины? Серый узнал я, дурак. Хочешь, говори. Хочешь, не говори. Понятно. Нажми, чтобы посмотреть список рецептов. Так, спасибо вам. Выделение свойка. Так, наверх, да? Честно, я могу наверх подняться? Опа, как я умею. Нихера, Человек-паука. Человек, но... У меня не крутился. Ну уж видишь, Федя, не крутился, а. Так. Я куда могу телепортироваться, а? Ты не будешь обзывать потом, когда узнаешь. Федя, мне лично без разницы, честно, а. На кой мне тебя, скажу, вообще обзывать? Ну, я и так знаю, кто ты такой, а. Честно, мне это не нравится. Так, Шарп, Марвин. Ну ладно, идите нафиг, а. Так, чтобы пройти к точке, указанной Эмбер. Ну. Прекратить отслеживать. Да я же отслеживаю, все нормально. Нажмите, чтобы открыть карту. Спасибо вам за лайк. Так я и так иду, куда она сказала мне, что опять не нравится. Я зашкать бегу, быстренько бегаю, так прям, аж какая быстрая, так, выносливость закончилась. Мы устали, нужно немножечко отдохнуть. Это я правильно пока что иду, да? И просто из-за лампы, у меня лампа стоит, как получается, и закрывает мне карту, а? Лампа вот специальная, в общем говоря, стоит. И она закрывает мне лампу, этот обзор, так сказать, к карте, а? Поэтому я не вижу, куда иду. Так, наверх могу подняться? Реально, Человек-паук, ебись его. Сколько это хватит, не умею. Так, сколько твоя машина стоит? Ты сам покупал или с папой ее? Так, подожди, не туда пошел. Асуна. Дело супер, а твой? Тин-тин-тин-тин. Зелла Леопард Геймс. Дима, машина стоила 157 тысяч рублей твоих, потому что она стояла и никогда не ездила, и был первый запуск вчера. Ясно, Федя, ясно. Так, я почти пришел, а. Да подожди, куда? А, наверх. А я смогу там подняться? Мне кажется, как-то высоко слишком, а. По идее, нифига какая асана, молодец, а. Так кто-нибудь когда-нибудь играл на такого жанра игрушку, как Genshin Impact, только именно онлайновую? Именно чтобы там прям с людьми, против людей, ТРП, а? С папой, потому что у меня столько денег не было.
Зачем вам машина, когда у вас только мотоцикл, Федя? А вот и обещанная награда. Планер. Такие есть у каждого скаута, даже и, да и жители Монстанта любят парить на ветру. Я привела тебя сюда для того, чтобы ты смогла испытать его прямо сейчас. Тебе очень нравится парить на ветру, да? А про что это Влад играл? Ты мне сказал, а я не знаю, про что она. Там она сюжетная, не сюжетная. Про что он, какого она года? Да, конечно, ветер — это сердце Монстанта. Ладно, хватит болтать, время парить. Это очень легко, просто следуй моим инструкциям. Парить. Так, чтобы двигаться вперед. А как? И какого она года? Скинь в телеграме ее название мне, в личку. Просто мне ко дню рождения купил, потому что буду летом пробовать сдавать на права. Нифига себе, подарочку тебе батя делает. Так, задание выполнено. Ветер поднялся. Или это опять дракон? Что происходит? Ё-моё! Спасибо вам за подписку и лайки. И за лайки. Спасибо. А в чем состоит данная игра сюжет? Хотя я в вопросе, какую... Сейчас, это все пройдет? Ё-моё! Ясно, Федя, ясно. Хрена себе, дракоша. Так, 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 наносимый элементальный урон. Так, я пока паузу нажму. А, пауза не нажимается. Так. Ужас бури. Таинственный голос. Нифига себе. Понял, понял, Влад, тебя. Я еще что-то посмотрю, если понравится, потом в будущем пройду. Вопрос, какую игрушку начинать ужастиков, которые мне вы порекомендовали в первую очередь, выигрывает Outlast. Какую я буду играть в ужастиков, когда буду играть? Outlast выигрывает. Почему-то я удивлен, что, конечно, данная игра выигрывает. Думал, будет выигрывать, которую порекомендовал Федя. А одна игра вообще никто за нее не голосовал. Но я все эти все игры все равно пройду, а? Ты ранена? Так, это кто такая? Напоминает из персонажей Аркейн. Ты понял, как они выглядят, а? Сила, способная противостоять дракону. Новый союзник или новый шторм? Ужас бури в этот раз, он напал на сам город. Кая, Асуна, вы появились вовремя, мы должны... В общем, данный персонаж напоминает мне персонажа из классного мультфильма Аркейн. У тебя Аркейн же еще игра есть, если я не ошибаюсь, а? Hold on, Amber. Я не знаю, а вот Аркейн, она же мультиплеерная, да? Она интересная или нет? Постой, Эмбер, мне кажется, ты забыла нас познакомить. Oh, right. Так, да, точно, Kaya, это Кая, наш капитан кавалерии. Это Асуна и Паймон. Путешественники из очень далеких мест. Из далеких мест, это все, что ты о них знаешь. Если вкратце, то да.
сюрпризов. Так, вот оно как. Ну что ж, добро пожаловать в Мунштанг, путешественники. К сожалению, сейчас не самое подходящее время для туристов. Я понимаю, как тяжело может быть разлука с семьей. Но мне не совсем ясно, зачем тебе нужен Анема Фонд. Нужно. Однако у каждого есть свои секреты, не так ли? Конечно, я не собираюсь устраивать допрос. Я просто хочу поблагодарить тебя от лица рыцарей Орда Полониус. Могла же я просто остаться в стороне. Пожалуйста, где моя награда? Так. Нет, не будем наглые. Мунштанцы видели, как ты прогнала дракона от стен города. Действующий магистр рыцарей Ордер Пованулис хотела бы поговорить с тобой. Прошу медленно отправиться в здание штаба. Идя, будь аккуратнее. Элден Ринг, это наподобие Дота. Наподобие Доты. Не, Дота мне не понравилась. Дота не мое. Мне нравится вот такого жанра игры. Чтобы вот так я бегал, гасился с боссами, как вот в этой игре. Genshin Impact. Вот такое мне нравится. Так, гардероб. Так, а что у меня такое есть? Опа, на как, а? Сменить. Ни хрена себе. А кстати говоря, прикольно, а? Мы умеем даже летать, да? Так, что у нас новенькое? Ага, повысить уровень. Так, скаут. Ага, а это что? Сменить. Let's train together. Ага. Так. Тик-тик-тик-тик-тик. Повысить уровень. Ты. Йеху! 9-й уровень. Ну, надо ее повысить тоже. То у нас будет слабоватенькая. Ну вот теперь хоть у нас получается считать, что они одинаково прокачаны. Ну конечно, я больше буду Асну прокачивать, да, это главное мой перс, а главная героиня, самое главное. Вы не верите, как сохранят? Кстати, Дима, ты смотрел Чебурашку? Нет, еще не видел. Но я вчера, как тебе говорил, смотрел Кота в сапогах. Мне понравился Кот в сапогах, а вот Чебурашку нет, я тебя еще не видел, а? Надо было вчера его посмотреть. Ну, с сестрой. Так. Так, дальше-то куда? Направляйтесь в штаб Ордо. А куда это вообще? Вот оно как. О, блин. Не прикольно на самом деле лазить она по стенкам. Она реально человек-паук настоящий, а? Он реально такой четенький. Зелла Леопард Геймс. Я когда накоплю, куплю еще одну, чтобы была доня много запчасти. Так, похоже, что это штаб Орда Панайус. А, это круто, класс, заебись. А, Федя, не знаю, чем тебе столько машин. Это бессмысленно. Так. А, я сегодня посмотрел новости от Geek Movies. Путь новый Супермен. Новый Супермен должен быть от 25 до 27 летний возраста. Ему должно быть 25, максимум 27 лет новому Супермену. Он будет в расцвете сил, но уже не взрослый, будет молодой, 25-летний Супермен. Вот. 27-летний должен быть Бэтмен. Новый Бэтмен. Хотя уже Паттинсон есть новый, зачем еще Бэтмен, а? У нас на даче еще три машины. Тот же самый Кристиан Бейл или Бен Аффлек, а? Похоже, что это вход в штаб Орда Панавиус. Пойдем скорей. Паймон. Похоже, так, ага. Спасибо вам за лайк и подписку на мой канал. Так, стоп. Зачем вам столько машин, непонятно, Федя. В общем, мне кажется, он... Опа, она. Он просто вообще херней Джеймс Ганн страдает, а? Успокойся, Джин.
Мы тоже договорились, что они придут сюда. Дракона видели, видели вблизи от города. Не переживай, я помогу вам, если потребуется. Элден Ринг, ой, лучше не напоминай, я кроме Генри Кавилла никого не вижу в роли Супермена. Я с тобой полностью согласен, но будет новый Супермен, к сожалению. А потом я привел их сюда. Зачем вам столько мотоциклов? 8 штук и 3 машины, зачем? Монстант благодарен ветерам, что принесли вас сюда. Меня зовут Джин, я действующий магистр Орда Панаюс, а это Лиза, наш библиотекарь. Милашки, вы пришли, чтобы спасти нас. Вы такие сладенькие. Жаль, что вы появились в такое время. Уже с бури пробудился степок, который постоянно досаждает нам. Дракон нарушил потоки стихии Монстанте, и когда упорядоченные элементы и артерии Земли стали похожи на клубок, не так, с которыми игрался котенок. Для магов это худшее, что может произойти. Еще чуть-чуть, и меня разорвет на миллионы маленьких частичек. А Бэтмен для тебя кто самый лучший? Честно скажу, каждый актер Бэтмена сыграл хорошо. Что Бен Аффлек, что Кристиан Бейл. Паттинсон еще молодой, у него все впереди, а? Но зачем еще один Бэтмен? Не понимаю, а? Блин, капец. Это реальный бред. Все, что мы можем сделать в данный момент, это расклеить по городу объявление о пропаже твоего брата. Сейчас все наши силы уходят на борьбу с драконом. Прошу тебя задержаться в Монстанте на некоторое время. Мы обязательно поможем тебе найти брата. Отлично, где я могу остановиться? Hey, don't be such a slug. We should be a part of this too. Кстати, Дима, назови свои любимые опенинги из минус за аниме. Можешь, пожалуйста, напомнить, что такое опенинги? Вот, не говорим о политике. Это я уже забыл. Ты имеешь в виду, какие мне понравились аниме или персонажи? Good. In that case, we need a plan. Славно, нам нужен план. Теперь, когда ужас бури летает прямо над городом, у нас наконец появился шанс положить ему конец. Этому конец. Приятного, Санек, тебе приятного. Лиза, выясним, откуда дракон черпает свою силу. Хэм, и откуда же? Из храма хранителей четырех ветров. Эта сила позволяет ему давать... Ну, блин, да много классных аниме на самом деле было. Опенинги мне понравились начальные, получается, во втором сезоне и в третьем. Атака титанов, потом в Наруто тоже были классные, правда уже не помню конкретно где. В Баруто, не помню в какой серии, там такие прям классный опенинг был, реально прям мне понравился. Начальная заставка и конечная. Вот. Много аниме на самом деле было, но все не упомнишь. Ага, Федь. Многих на самом деле классные были, а? А мне нравится «В семье шпионов», а? На-на-на-на-на-на-на-на-на, вот это вот прикольно, а? А потом вот так и хочет тусоваться, тоже неплохо. Ну, знаешь, бывают классные опенинги, да, начальные заставки, а бывают не очень. Так же и конечные. Бывают в аниме, если она длинная, классные, а бывают не очень. В «Мастера меча онлайн» есть классные опенинги, а есть, которые, ну, не, так, не очень такое, вот. Эта сила позволяет ему создавать такие разрушительные ураганы. Наша цель — разобраться с тремя храмами из четырех. Надеюсь, не нужно объяснять, почему только с тремя. Почему? Наверное, в Монстанте так принято.
Рыцари времени у нас мало, буря усиливается, на этот раз мы не сможем просто пережить ее, Мы должны действовать сейчас же. Немедленно направляемся в руины. В общем, я много аниме смотрел, Влад. В каждом аниме есть классные опинги, да? А есть такие, которые не очень нравятся. Но в Боруто несколько классных было, а? Которые мне реально понравились. Начальные, конечные заставки, а? Я давно Боруто не смотрел, у меня где-то 276 или 7 серия Боруто. Магазин! Пусть накопух, так. А что-то теперь у нас открылось? Молитвы. The Little Leopard Games. Потом, через несколько лет, потом подражает она и потом продам за дороже. Так, вот она, это получается у нас уже, я понял, молитвы, терреперы, Нуэль, попыток 20, история, у меня только такая фигня одна, ладно, потом накоплю, а, да не так, в принципе, мне важно, а вот тебе донатная штука, Люка, я понял, а, ну, не особо нужна мне, в принципе, полоса препятствий, искры среди страниц, встретиться с Луизой у входа в храм. Окей, хорошо. Пойдем. Колянкс, на почту зайди, собери награды. Подожди, на почту куда конкретно? Путь воплощения. Выбрать курс. Колянкс, юскип и конверт. Отменить курс. The Little Leopard Games. Это уже два машины, которую я имею. Понял, Федя, понял. Так, компас. Начать испытание голоса разума. Выполните испытание пробного уровня персонажа Айтам, чтобы получить. Чё такое, Федь? Чё смешного? Как я понимаю, Колян, ты тоже в данную игрушку играл, да? А что должен делать-то? Значит, испытание. Победите врагов. Фига себе вы даете. Зелл Леопард Геймс, я тебе сказал. Колян, ты долго. Зараза. Да. Ах ты, зараза. Какие вы жесткие, а? Зараза, а? И какой-нибудь уровень, охренеть, а? Так. И как давно ты в данную игрушку играешь, Колян? Как на стримчанский наткнулся? Хотя мало людей данную игрушку, Колян, стримят, а? Зараза. Федя, еще раз скажешь кыс-кыс, я тебе фан отправлю. И ты у меня за кыс-кышись, а? Зараз, почти победила. Ах ты зараза, а? Так. Колян, да вот уж больше года. Так, Колян, без кыс-кыс. И как тебе игра? Я, как ты видишь, первый раз с ними играю. 16 января год был. Ух ты, поздравляю. Поздравляю, Колян, поздравляю. А, перезарядка. Сразу.
Так, Алена, как тут сохраняться? Подскажи, пожалуйста, а то я просто скоро завершаю стрим. А, тогда извини, теряюсь, Колян. Прикольно, конечно, у тебя ник. Ты за кого играешь, за брата или сестру в игре? Ух ты. Ах ты зараза. Голден Фокс, Outlast, я проголосовал за него. Да, многие за него проголосовали. В первую очередь пройдем Outlast, потом уже другие будем проходить. Потом буду проходить ту, которая на втором месте. А-а-а, понял, понял, спасибо. The Little Leopard Games. Дима, почему мне нельзя говорить? Никбот, спасибо вам за лайк. Потому что мне это не нравится, Петя. Сейчас выйти будьте. Испытание завершено. Вы можете покинуть подземелье сейчас и получить награду. Или можете продолжить тестировать персонажа. Покинуть уровень. Неплохо, неплохо. Так. Я, получается, награду получил, да? Так, тестовый забег. Пробный. Получить. Ура, получено. Я красавчик. The Little Leopard Games. Ну тебя не бесило это слово, Дима. Когда бессмысленно говоришь, тогда, да, это начинает бесить, а? Никбот, привет, друг, добро пожаловать на стрим. Так, это что такое у нас? Прокачка персонажа или что? А, персонажи, повысить уровень. У меня 10 уровень, а у нее получается 7. Колянкс, нажми escape и на конверт там 10 круток. Так, на escape. А где это, где это? Нажал я escape. Нет, так, нет у меня такого ничего. А-а-а. Ты это имеешь в виду? Подожди. Так, кулинарное искусство. Отслеживать. Так, прекратить. О, полоса препятствий. Награда за цепочку заданий. Искры среди. Так, это, походу, я не туда нажимаю. Колянкс, не ёскейп. А-а-а, всё, спасибо, спасибо, Колян. Я просто не понял сначала. Вот оно что. Спасибо, Колян. Я, правда, многое об этой игре не знаю, а я посмотрел гайд по этой игре, но это было полмесяца назад. Потом вот сегодня решил поиграть. Если есть желание, можешь на канал подписаться. Так, это куда? Ну, что это такое? The Little Leopard Games. Блин, я тоже хочу. Чего ты, Федя, хочешь? Подарки праздника морских фонарей. События. 0.00 до окончания версии. А как? Игра. Как часто в данную игрушку ты играешь? Дорогие путешественники, ниже представлена информация об обновлении до версии 3.4. Ночная гармония. Что ты хочешь сказать, Федь? То, что ты нифига не знаешь, надо об этом говорить не надо. Что нового в обновлении? Чтобы ваш игровой опыт стал еще более приятным, разработчики непрерывно исправляют ошибки, оптимизируют и улучшают игру на основе ваших отзывов. Это классно, это хорошо. Мероприятие. Ночная гармония струн. Получите персонажа из Лию за выбор. Награда, события. Ранг при условия. О, блин. Ты это запретил. Ранг приключения. Чувствую, я не смогу это сделать. Обидно, конечно. Так. Магазинчики. Так, ага. Основные мероприятия. Это куда меня кинуло? Ночная гармония. Наш сайт использует. Окей. Прикольно, конечно. Так как сохраняться, Колян, в данной игре? Сейчас просто уже завершаю стрим, мне уже пора просто идти. Все такое.
Здесь получается Да, нажал. Тут можно вообще в кооперативе играть, Колян? Сергей Сергеевич, всем привет. Серега, здорово. Через час будет стримчанский по мир танкам. Нет, не буду набирать. Сейчас просто мне уже надо идти гулять с собаками. Оружие. Лучше. Сергей Сергеевич, Димкан, а чё в Геншин начал играть? Коляндск, да-да. Само сохранение, где вышел, там вошел. Спасибо. Где вышел, там зашел. Сергей Сергеевич, Диман клавишный колпачок звезды. Да, Серега. Конечно, можно. Решу поиграть. Зелео Леопард Геймс. Ну почему? Не буду обидеть. Кооператив есть, но 16 ранга. 16 ранга, спасибо. Кстати, как лук использовать у Ассена? Кстати, говоря, Колян, какой меч лучше? С двумя, вот где 15 уровень или где 3 уровень? Какой из них лучше? Я просто не пойму. Ну, скорее всего, этот, наверное, получше будет, да, учитывая, что у него 2 звезды, а? У этого 1. Сергей Сергеевич, Диман, понял. Собаки, это дело такое. Да-да-да, Серега. Спасибо, что пришли. Наверное, скорее всего, этот будет получше. Здесь 7 уровень, а? Заебок. Как лук вот этот использовать, не могу понять его. Приступить. Зелео Леопард Геймс. На стриме мы нормально общались. Никбот, не оскорбляйте друг друга, будьте культурнее. А, кто? Вот это да, а. Колянкс, ну если прокачать, то с двумя, а так пока что с одной. Понял, спасибо, Колян. Зелео Леопард Геймс. А по звонку не хочешь? Нет, не хочу. Пока нет желания. Колянкс, нет. Так, Колян, Колян, ты о чем? Что нет? МД быстрого перемещения. Golden Fox, я обновил шапку канала. Golden Fox, зацените потом. Красавчик, Санек, твоя подруга может новое Golden оформление Fox канала сделать? Сколько это будет стоить? Тоже хочу оформление канала сделать. И Санек, когда мы с тобой общей библиотекой сделаем? В Стиме. Когда появится? Не знаю. Golden Fox, 10 всем спасибо за поддержку, друзья. Да, спасибо, спасибо. Golden Fox, вы лучше. Никбот, не говорим о политике. Сергей Сиоржис. Саня, привет. Ждем игры на PS3. This is it. Golden Fox. Серега, сегодня буду играть Infamous. Вот он, один из заброшенных храмов хранителей 4 ветров. Мне кажется, большинство из моих зрителей видео не смотрят, а? И я не особо люблю их снимать, а? Чаще всего вы стримы или видео мои смотрите, а? Напишите в комментарии, интересно узнать. Эти храмы пустуют уже давно, жители Монштанта сюда не ходят. Есть вероятность, что внутри нас ждут Хуличурпы. Даже Ужас Бури покинул свой храм. Ужас Бури? Yes. Да. Сергей Сергеевич, Саня понял. Если I also поздно, find it hard to accept. Вот это сложно поверить, но когда-то Ужас Бури был одним из хранителей 4 ветров. Больше 3 звезды не вкидывай, а то это будет не очень хорошо. А, ты имеешь в виду? Вышла. Больше 3 звезды на оружие. Фокс, буду играть. Спасибо, Колян, спасибо. Спасибо вам за лайк. А ты имеешь в виду? Оружие максимум до 3 звезды прокачать, дальше лучше не делать, да? Сергей Сергеевич, Дима, я говорил, что видео не смотрю, только на стримы прихожу. Погоди, ты тоже это почувствовала. Этим ветром что-то не так. Надо проверить, Асуна, осторожнее, я чувствую присутствие дракона. Так, нужно, на этом моменте мне нужно сохраниться. Ой, то есть говоря, уже пора идти, так что всем спасибо. Так. Сохраниться. Задание. Когда бы вы хотели бы, чтобы в следующий раз я постримил данную игру? Пишите в комментарии. Через пару дней или вот когда.
Никбот, дело супер, а твой? Сегодня будет ночи у нас танки. Зелл Леопард Геймс. Спокойной ночи. Так, почта, Каленцес, почта. Не качай двухзвездочные мечи и т.д. трехзвездочными. А-а-а, понял, Колян, спасибо. Понял, понял. Не по... А, максимум, да, понял, понял. Сергей Сиоржис, всем пока, ребят. Пока, приходите на стримчанский по танкам, если будет время. Так, а вот теперь где сохранение? Elden Ring, давай пока, Дима. Давай, вот, покидова. Блин, я не пойму, где сохранение? Поддержка, поддержка, сообщество, все такое, магазин. Сергей Сиоржис, если спать не буду, зайду. Окей, окей, хорошо. Блин, где сохранение-то? Изменить. Golden Fox, Серега, спасибо. Изменить подпись, изменить дату рождения, изменить аватар, именная карта, редактировать профиль. Это потом. Нет подписки. Вот. Нет. Привет, друг, подписи. Добро пожаловать на стрим. Подписки. Блин, где сохранить это? Выйти из игры. Архив. Без прошлого. Это архив получается, да? А, экипировка, обучение, книги. Каленкс, снизу дверь такая. Подожди, снизу дверь. А. Сергей Сиоржис, Саня, поскольку? Сергей Сиоржис, стрим. Так, персонаж, события, молитва, достижения, инвентарь, отряд, магазин, архив, задание, карта, основные моменты версии. Основные монеты, моменты версии. Опрос, сообщество, время, почта, объявление, сделать фото, настройки. Сейчас все, Халик, идем. Дверь такая, это имелось в виду, да? Все, сейчас одеваюсь и пойдем, а? Сергей Сиоржис, просто Инфамус обожаю. Скорее всего, тут. Сообщество Genshin Impact. Блин, даже не знаю, как сохранить это тут, а? Выйти из учетной записи? Отмена. Сергей Сиоржис, Инфамус клавишный колпачок звезды. Genshin Impact или ты имеешь в виду Саньку, что ты имеешь в виду? Да, я уверен. Всем огромное спасибо. Еще раз как-нибудь поиграем в данную игрушку. Мне пора идти. Так что благодарочка. Когда бы вы хотели, чтобы я сделал по данной игре стримчанский? Да, походу ушел. В общем, всем спасибо. Всем пока. Сергей Сиоржис, Диман, хорошо погулять вам. Спасибо.